Здравствуйте! Самый часто задаваемый вопрос – как ведут себя купели зимой? Ведут себя очень хорошо. И сейчас я вам расскажу, почему. Наша технология предусматривает эксплуатацию купели в зимний период времени до температуры минус 50 градусов. Короб утепленный. Все коммуникации, подведенные к этому коробу, оснащены еще теплым кабелем, для того, чтобы не было замерзания воды. И вот так это все прячется. Вот в таком подиуме, который находится между купелями. Наш комплект уже оснащен полностью теплыми трубами. Все стыки оснащены вот такой гайковой резьбой, переходником. Вот. И проведен везде теплый кабель. Вот так это утепляется. И это все находится вот в этом подиуме. Глазу человеческому вот это все не видно. Удобно мы поднимаемся, опускаемся холодную купель, желательно обязательно вот так вот только раз, с головой, и переходим в нашу горячую купель. При этом мы снимаем крышку, которой закрыты наши купели. Они очень легкие, практичные, удобные, складываются на две половинки. И вот так мы опускаемся в горячую купель. Скамейки, находящиеся внутри, расположены очень удобно. При моем росте 1,70 м и высоте купели 1,20 м я довольно-таки очень комфортно себя чувствую в этой купели. Вот как здесь можно посидеть. Такая купель двухметровая предназначена на 4-6 человек. В зависимости, конечно, от телосложения. Вот здесь у нас забирается отсюда холодная вода, которая находится здесь. Проходит через систему фильтрации подогретым кабелем и выбрасывается вот здесь. Таким образом проходит рециркуляция воды, она фильтруется и она перемешивается. Внутри купели очень удобно расположена полка для горячего чая, для каких-нибудь напитков, если в купели, конечно, очень горячо. Если предварительно мы заготовим вот сюда дрова, пару поленьев, и нам не хочется вылезать из самой купели, нам очень удобно опустить в печь вот отсюда дрова. Система поддува регулируется также крышкой. Можно сделать, притушить огонь, можно открыть его, и оно будет греть быстрее. Чем больше будет открыть, тем быстрее будут сгорать дрова внутри. Естественно, КПД печки будет увеличиваться, если нам надо быстро. Такая купель двухметровая нагревается за часа два, 2,5, в зависимости от мороза, какой мороз на улице. Если, конечно, минус 50, то это будет греться часа 4. Труба, которая сэндвич, идет в комплекте с этой купелью, не дает нагреться. И даже вот соприкасаясь, когда мы будем загружать, мы не обожгем руки. И хорошенечко попарившись, покупавшись, мы выходим из этой купели. Кольцо, которым оснащена вот эта наша купель сверху, очень удобное. У него ширина 10 сантиметров. Можно, когда сидишь, не режет руки. Когда поднимаешься на саму купель, можно на него присесть. Довольно-таки очень комфортно. Перекидывая ногу из купели, очень даже удобно из нее вылезать. Вот так. Ты не чувствуешь дискомфорта. Мы постарались сделать для вас очень удобную, хорошую, продуктивную, качественную купель. Звоните, пишите в любое время, мы готовы вам ответить и прийти навстречу и помочь. Всегда ваш Барель.